мой бог! Русский транспорт! Да вашу мать за ногу! Через них мы не пройдем. Никогда и ни за что. Вижу войска противника. Собираются. Десантирование исключает прямую дорогу. Что за хрень там творится? Они здесь по той же причине, что и мы, сержант. Мы теперь воюем с Россией или как? По тебе стреляли? Да. По военной доктрине надо отвечать огнем на огонь. Это не война, чисто технически.